Всем привет! С вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот вафельный тортик. Коломенская шоколадница. Вафельный торт с начинкой из натурального какао и отборного арахиса. Вот оно нарисовано. Натуральное какао. Так вам видно. Так, классическое. Вот так они выглядят. У них есть разные вкусы. Покупала я его в Победе, магазин «Склад». Давайте посмотрим, вот они вкусы. Поближе покажу. Вот они с фундуком, с миндалем, с арахисом, с трюфелем даже. И вкус топленого молока. Его, кстати, я пробовала, они бесподобные. Вот именно он бесподобно вкусные. Просто обалденные. 240 грамм. Так. И давайте посмотрим состав. Здесь вот очень много букв на разных языках. Давайте попробуем с вами прочесть. Кто читает, нажимайте стоп и читайте. Я очень надеюсь, то, что вы прочли. Хотя тут не настолько большой, конечно. Килокалорий 530, 100 грамм. Да, довольно многовато. Е-добавок, по-моему, тут даже и нету. Что ли? Не знаю. Ладно. Так. А еще вот здесь вот. Что-то написано, изготовление, номер бригады, третья. Ну да, кстати, номер бригады это тоже немаловажно. И давайте его попробуем. Он даже запарился тут немножко, шоколад. Шоколад прям даже остается на пальцах. Не знаю, о чем это говорит. Напишите в комментариях, сколько я уже делала обзоры шоколадок. От некоторых тоже прям на руках. Вот трогаешь, вот тут на руках остается шоколад. А у некоторых нет. По-разному бывает. Давайте посмотрите. Выглядит вкусно. Сразу всем захотелось. Я надеюсь, что вы там приготовили чай. И вместе со мной будете пробовать. Кстати, он довольно хорошо режется. Мне это понравилось. И давайте его попробуем. Здесь где-то 5 слоев. Везде полностью шоколад. Он ароматный, хрустящий, мягкий, нежный. Он хорошо жуется. Знаете, он настолько хрустящий,
что он хорошо жуется. Обычно, я помню, они всегда были жесткие, поэтому они мне не очень нравились. Ну, покупаешь, знаешь, что он сейчас там будет вафля такая жесткая, а тут он прям нежный, мягкий и хрустящий. Прям, не знаю, он обалденно просто вкусный. Вот я пробовала топленое молоко до этого, другой. На него нет обзора. У него будет в будущем далеком. Они вообще отдельно лежат вот так. Он тоже был, он просто обалденно вкусный был. У него, знаете, хотелось вот есть, 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 есть. Вот это тоже, вот он точно такой же, он очень вкусный. А, ну, в принципе, вот тут нарисованы слои. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять слоев вафелек и начинки. Раз, два, три, четыре, пять. А, ну, пять и пять внизу, да. Вот, надо же что-то посчитать. Тем более, я люблю алгебру. Так, очень вкусно. Мне понравилось. Но единственное, мне непонятно, почему же у нас шоколад с вами текет. И летом я делала обзоры на шоколадки. Не все текли. Давайте попробуем второй раз, как мы это обычно с вами делаем. И давайте ее посмотрим со всех сторон. Ну да, он прям влажный, такой мокрый. Вот это, кстати, мне не очень нравится. Вот они, видите, на пальцах это остается. Это не очень приятно, если где-то вы сидите в гостях, то как бы не всем людям нравится быть липкими. Когда ты что-то съела, потом у вас руки липкие, вы вытираете бумажной салфеткой руки, а у вас они остаются липкими. Я не люблю, например, такие ощущения. Этот вафельный торт нужно было назвать наслаждение. Вот знаете, вот кладешь кусочек в рот, начинаешь жевать и просто наслаждаешься этим хрустом, этой мягкостью. Да, кстати, он не приторно сладкий, он сладкий, но не приторно. Это самое главное, потому что шоколадка Милка у нас приторно сладкая. Я всегда теперь все сравниваю вместе с ней. Он не приторно сладкий, шоколад, да. Шоколада, кстати, достаточно, начинки достаточно. Ну, блин, ну если это просто наслаждение, я думаю, здесь всего достаточно. И самое главное, что он не приторный, потому что я не люблю приторно. Но это очень вкусно, на самом деле, даже гораздо вкуснее, когда они разрезаны такие маленькие кусочки. И можно вот так вот сбоку, кстати, взять кусочек, не испачкавшись даже, и просто как семечки их есть. Одна за другой, одна за другой. Очень вкусно. Мне очень-очень понравилось. Я обязательно буду покупать их снова, снова и снова. Тем более, что они стоят недорого. Они стоят в районе 50 рублей в магазине Победа. То есть, если покупать вафельный тортик в другом магазине, то он может стоить по старому курсу доллара где-то в районе от 90 рублей и выше. И плюс к этому он будет пожестче. Я постараюсь сделать обзор на другой шоколадный, ну, вафельный тортик такой. И, в принципе, мы с вами сравним. Сделаю и, наверное, в конечной заставке оставлю ссылку. Ну, только это будет в далеком будущем. Неизвестно пока, когда это будет. Вот. На сегодня это все. Мы с вами попробовали тортик. Он обалденно вкусный. Его действительно можно подарить или купить, если к вам гости пришли. Можно купить его так вот, разложить вот маленькими вот такими вот кусочками. Вот его берешь и наслаждаешься. Лично мне очень понравилось. Также вы можете оставить свой отзыв. Мне будет очень приятно, если вы напишите свой отзыв. Только, пожалуйста, напишите именно в YouTube. Под этим роликом. Мой канал называется Артмания. Обязательно пишите там, не где-то там, а именно в YouTube, в комментариях. Также ставьте лайки. Обязательно, я очень люблю лайки. Так, подписывайтесь обязательно. Я ценю каждого подписчика. И также смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем.
обзоры другие, обзоры на продукты из фикс-прайса, из магазина Светофор, из обыкновенных магазинов других. Вот там шоколадки, обзоры есть, и консервы даже бывают, и там все-все-все, чего только нет у меня. Также можете в комментариях написать, на что бы вы хотели, чтобы я сделала обзор, на какой продукт. Если он есть в моем городе, я его смогу найти, то я обязательно сделаю. А также смотрите другие ролики, у нас есть обзоры на технику, кулинария, живопись, обзоры моих покупок с разных магазинов, обзоры книг появились недавно, детских книг, обзоры игрушек, игр разных. Короче, там много-много-много всего. Также у нас есть кулинария, плейлист. Там разные рецепты, рецепт хлебушка есть даже. Обязательно посмотрите, приготовьте хлебушек сами дома и будьте счастливы. С вами был канал Артмания, и всем пока-пока.